Сегодня на канале РЕН стартует новое реалити-шоу «Четыре свадьбы». Придуман этот телепроект был в Англии в 2009 году. Его с удовольствием адаптировала Америка, Австралия, Франция, Канада, Финляндия и Украина. Ну, теперь настал и наш черед. Тем более, что одна из четырех пар – тюменская. О том, как это было, поговорим с участницей проекта Екатериной Кановой. Доброе утро. Доброе утро. Итак, как вы попали на проект? Ну, это было очень интересно. Рассказывайте. Это был утренний день, я ехала на работу, и так мимоходом услышала, что идет кастинг на этот проект. Я подала заявку, никому об этом, конечно, не сказала. Даже мужу. Я сделала сюрприз, да. И когда нам позвонили и сказали, вы должны пройти обязательно кастинг, от этого на кастинге муж должен тоже дать согласие, что он готов участвовать в этом проекте, чтобы не получилось сюрпризов. Безусловно, мне пришлось сказать, он на что сказал, Катя, ты во что ввязалась? Ты понимаешь, что это на нас будет смотреть вся Россия, нам нужно будет увеличивать бюджет свадьбы, чтобы не упасть в грязь лицом перед всей страной. Ну вот как-то так. Но в итоге он согласился и поддержал. Конечно, да. Для него это такое вот нечто новое было. Почему? Потому что в нашей паре я такая более креативная, он более стабильный, спокойный, ну, в принципе, как и должен соответствовать любой мужчина. Ну, а как кастинг-то проходил? Как вы вот в эту четверку попали? Кастинг проходил довольно-таки интересно. Так как у нас не было возможности прилететь в Москву, индивидуально пройти кастинг, у нас проходил через Skype. И продюсеры канала, посмотрев на меня, сказали, все, мы тебя берем. Почему? Они объяснили тем, что о нас есть что рассказать, потому что мы рассказали свою историю любви, как у нас все это происходило. Им это безумно понравилось и сказали, что такие пары нужно показывать. Насколько я знаю, по условиям проекта вы должны были поучаствовать, скажем так, в четырех номинациях. Это, я сейчас зачитаю, это платье, это меню, место проведения торжества и общее впечатление от свадьбы. Вот какой из этих этапов был самым интересным, на ваш взгляд? Интересным для меня как зрителя или интересным как участницы? Невесты, да. Ну, если брать в целом, мне, в принципе, все было интересно. Почему? Объясню. Потому Давайте что каждый, я думаю, каждый этап... Я все понимаю, да, каждый... то, что вы были на свадьбах. Но это чуть позже. Я объясню коротко, чтобы все поняли. Дело в том, что сама суть проекта заключалась в том, чтобы четыре невесты, совершенно незнакомые друг другу, побывали в качестве гостя на чужих свадьбах. Четыре свадебных генерала были, да. И, в принципе, естественно, мы, приходя на эту свадьбу, немножко чувствовали себя чужими, потому что это что-то такое личное, семейное, личное, традиции. То есть мы видели абсолютно все. И влиться, конечно, было сложно в это. И оценивать тоже сложно, потому что мы прекрасно понимали, никуда не деть человеческий фактор. Как можно дать оценку низкую за платье, да, к примеру, если мы знаем, что когда-то выйдет в эфир, на нас посмотрят родственники, друзья, знакомые, скажут, что ж ты такое наделала? Ведь она, каждый выбирает, у каждого вкусы разные. И в этом и заключалась. Здесь борьба либо проект и первый либо приз, либо человечность, да. Ну вот, а вы на какой сами этап больше возлагали надежду и в какой вкладывали больше сил? В платье наверняка, как любая невеста. Ну, платье у меня было хорошее. Ну, мы это обязательно увидим. Да, вы обязательно увидите. Нет, я вкладывала все на самом деле. Подходила к каждому, к ресторану, к меню очень тщательно. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, не всем получилось угодить, но тем не менее, я считаю, что наша свадьба прошла очень достойно. А в каких вы городах побывали у соперников? Да, были очень интересные города. Город Тюмень, это понятно. Всем девочкам было очень интересно побывать, потому что в других городах считают, что наш город очень перспективный, очень развивающийся. И здесь каждый качает нефть, у каждого дома есть такая некая колоночка, откуда бежит нефть, и все думают, что здесь состоятельные люди живут. Так что, приезжая в любой город, не говорите, что вы с Тюмени, если хотите где-то сэкономить. Потому что думают, что здесь все миллионеры. Какие города были? Город Москва, город Санкт-Петербург, ну, такие очень известные. Города и город Руза. Это была где? Первый раз в этом городе, сама была очень... Знаю, название красивое, да. Мне понравилось. Это Подмосковье, очень интересный городок. Вы знаете, я окунулась
в этом городе в такую атмосферу, как будто я попала в свое детство, 80-е годы. Там ничего не изменилось, честно. Там нет каких-то рекламных плакатов современных. Там вот жизнь стоит на 20 лет назад. Но все-таки свадьбы, они были одинаково креативные и пышные? Или у каждого был свой сценарий, да? У каждого был свой сценарий, естественно. Зачем показывать кому-то 4 одинаковых свадьбы с одинаковыми какими-то локациями, позициями и так далее? Показывали свадьбы разные. Они настолько были креативные, интересные. И все мы, невесты, были разные. В обычной жизни, мне кажется, мы бы не смогли с друг другом общаться и жить, потому что у нас у каждого разное мнение. Но хочу рассказать... Вот что. После проекта, конечно, мы общаемся, дружим, и какого бы ни сложился итог, мы все-таки подружились и остались человечными. А в процессе съемок проекта вы никакие там, гадости не делали друг другу? Вы знаете, такая наша четверка подобралась. Очень умных, очень таких тонких, интеллигентных девушек, потому что одна из участниц нашего проекта, она, по-моему, правнучка президента Грузии. То есть, да, одна девушка, она, по-моему, родом из Италии. То есть, вот, знаете, девушки очень интересные. Но вас же как-то сплачивали, да? Да, мы жили вместе в одном номере. Ой-ой-ой. Да, нам приходили за три дня до мероприятия мы приезжали, все жили в одном номере. И, естественно, не общаться было невозможно. И после того, как нам нужно было дать оценку, это играло очень большую роль, потому что мы узнавали больше друг о друге, мы узнавали какие-то тайны, секреты, когда ты находишься 3 дня в чужом городе, и твой и близкий друг только... Да, то, конечно, тяжеловато приходилось. Ну вот вы давали оценку в темной комнате какой-то, потом выходили, говорили, рассказывали вообще, как я тебя оценила или нет? Нет, это было строжайшим секретом, это был подписан договор. То есть о неразглашении мы до сих пор не знаем, какие были результаты. Но, конечно, девочки задавали вопросы, шли на хитрость. А там вот какую оценку дала? А вот мне вот это вот не понравилось, а мне это не понравилось. Ну, конечно, мы все прекрасно понимали. И, допустим, я для себя решила после прошествия 3-й свадьбы, что я изменю свое решение. Дело в том, что по прошествии 3 свадеб нужно было дать конечную оценку общей атмосферы, посмотрев уже 3. Какая больше понравилась, какая меньше, а какая вообще не понравилась. И в последний момент, так как я давала я последняя заходила в эту темную комнату, я давала те оценки, которые, наверное, были правильные. Вот так. То есть все-таки пошли от сердца. Да. Ну, мы-то девушки креативные, я понимаю. Вот я сама заинтересовалась, да, вот с удовольствием бы сыграла еще и 3-4 сценария, да. Просто интересно, как мужчины все это пережили? Ой, как-то сложно было. Вы знаете, мне кажется, если женщина готова идти на такой эксперимент, это авантюра, мы пока молодые, можем себе позволить. И жизнь становится интереснее. У нас и так рутина, работа, да, и так далее. Да, зато теперь Екатерина с Михаилом могут поставить галочку. Мы снимались в телепроекте. Да, это было ради галочки, на самом деле. У каждой участницы была своя цель. Угу. В какой цели они участвуют на проекте. Кому-то засветиться, показаться, и какие мы хорошие, замечательные. А кого-то просто вот... как запоминающиеся события сделать. Ну вот, что в итоге? Какое самое яркое впечатление осталось после съемок и после участия? Вы знаете, съемки на самом деле на данный момент перевернули мою жизнь полностью. Я вам объясню, почему. Потому что после съемок я задумалась, что свадебная тематика мне оказывается близка. И на данный момент я подружилась, вы не поверите, какие это замечательные люди, весь съемочный состав. Они мне стали, правда, очень родными, очень близкими, мы до сих пор поддерживаем отношения. И редактор этого проекта, мы сейчас с ней организовываем новый проект и открываем здесь свадебное агентство. И открываем новый свадебный журнал нового формата. Я думаю, мы вот это все скоро увидим, почитаем и посмотрим. Спасибо вам огромное. Друзья, я напомню о новом проекте телеканала РЕН «4 свадьбы», который стартует уже сегодня. Мы говорили с участницей шоу Екатериной Кановой. Если вы пропустили начало беседы, то ищите запись интервью в нашей группе ВКонтакте.